Дордай – крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии, в пригороде Бишкека, существующий с начала 1990-х годов по настоящее время. Общая площадь около 100 га и порядка 40 тысяч торговых точек. Работает около 55 тысяч человек, плюс еще косвенная занятость, вспомогательные услуги и внешняя торговля. Порядка 100 000–150 000 человек. Выпускается своя газета. Работает 364 дня в году. Единственный выходной 1 января. Время работы со 6 часов утра до 15 часов дня.